Здарова всем, с вами Хилл Хёртс, и я все-таки решил попробовать допройти игры Sinners Sacrifice for Redemption. Насколько я помню, на стриме мы завалили почти всех боссов. Основной игры нам остался, получается, маг, колдун, чародей и большой дядька. Я думаю, мы начнем большого дядьку, а потом мага, колдуна, чародея завалим, ну если все получится. Вот, и потом, возможно, мы еще пойдем одним глазком глянем на дополнение. Не знаю, насколько мы далеко пройдем, недалеко пройдем. У меня еще на фоне кондиционер, так что, если что, прошу меня простить. Ну и поехали. Хотя сказали, здесь еще какой-то очень непонятный финальный босс будет. Я финальных боссов не то чтобы прям совсем боюсь, но испытываю некоторые проблемы с ним. Бегать мы тут не можем, я вспомнил. Главное — ворота. А чтобы были ворота, нужно контролировать стамину. Сейчас я считаю, я вернулся. Но игра так явно не считает. Я думал, он провалится и уплывет нафиг. Блин, какая задержанная атака, просто жесть. Прям как зарплату задерживают, так этот черт эту атаку задерживает. Сейчас бы вспомнить управление немножко. Что он делает? Блин, я не помню. Вроде выглядит опасно, а вроде и не очень. Я буду по старой традиции без лока цели пытаться драться. Блин, что-то он прям спесился. Остановите этого черта кто-нибудь, пожалуйста. Так, находимся сзади. Не испытываем почти проблем. Он уплывет, не уплывет. Он меня хочет съесть. Я говорю, не сегодня, черт. Я невкусный. Видел, сколько у меня брони? Все зубы поломаешь, братан. Ой, стамина, стамина, стамина. Ни хрена себе. Это что за флексер? Что за атака? Я вот думаю, имеет ли смысл пытаться его копьями закидывать? Это атака у него сбоку? Очень и очень... Я увернулся, игра! Ну почему ты так груба со мной? А это мимасы какие-то? Если эта падла тебя съела, то все без вариантов? Ну, на самом деле, очень сильно осуждаю. Давайте попробуем его огнем бахнуть, вдруг это имеет смысл. Лок цели нету, лока цели. Очень не понимаю, он же вроде ледяной, он должен гореть. А он не горит. Ой, это как так? Дырка вылетела. Блин, а может ты нафиг уплывешь дырку, братик? И все будут счастливы и рады. Ну, вообще все ломает. Это круче, чем Red Faction Gruel ломать его. Вот в какой фрейм надо увернуться? Есть у кого-нибудь информация? И он потопил собой огонь. Потушил. Не знаю, как ему это удалось. Бесполезно. Мало урона. Ладно, будем стараться наносить урон, не получая в ответ. Рано или поздно наша тактика даст свои плоды, я думаю. Ну, это осуждаю. Это он не должен был попадать по мне. Короче, попасться на атаку с пережевыванием себе дороже. Я не пойму, спереди меньше дамага, чем сзади? Или это мне только кажется? Вот эту атаку тоже вообще не понимаю пока что. Еще интересно, что там за вторая фаза. Но пока что тупо превозмогаем. О, началось. Ну это бред. Такую атаку... Мужик, ну ты отбитый что ли совсем на голову? Да что за херня, мать твою? Что это такое? Да... Это рофлы что ли? Он остановится когда-нибудь? Я что-то такое осуждаю по видению. Не, могу, конечно, его закидать, попробовать. Но это же охрененно малоэффективно. Но он вроде стан лочится даже. Так что продолжим спамить всякой херней. Как будто так и задумано. Я так понимаю, надо дать ему забайдить. А, либо сныкаться. Слушайте, это интересный босс.
Он не так прост, как кажется на первый взгляд. Давай, будешь крутиться? Что это за атака? Ах ты дрянь, ты хилишься, ты чё, паскуда? А по что он хилится, кстати? Ну я увернулся, игра, ну я так тебя осуждаю, у тебя такие кривые хитбоксы. Я ничего более кривого, блин, в жизни не видел. Как же это несправедливо, мать твою, игра. Я в корне не согласен с тем, как ведет себя этот падла, паскуда, тварь, не человек-босс. Ну, в принципе, у нас уже был план, мы почти его завалили. Осталось только немножечко меньше попадаться на урон. Ну, слишком много хп, слишком. Ладно. Ну, в прошлый раз у меня был на минус морали, потому что я уже такой, ну все, ну победа, ну вроде хилок много. И тут этот говнюк меня начинает жевать. А я, как вы знаете, не то чтобы вкусный. Вот сейчас нормально вернулся. А как до этого-то надо было уворачиваться? Вот это тоже что за атака? Кто это придумал? И почему опять все ломается? Это со временем ломается или все-таки от огня? Мне прям интересно. Блин, нам бы отойти от этого места. Братан, давай отойдем. Он просто говорит, я буду спамить эту атаку, потому что я могу. А можно мне иметь фрейм неуязвимости, чтобы встать? Я думаю, было бы достаточно честно. Блин, у меня походу хилки не регенятся. А из-за чего? А, это на этом боссе такой бонус. Я понял. Ну вот что это за атака? Ну кто это придумал? Здорово, пока он стоит, я тоже стою. Стоим, пердим. Я увернулся, осуждаю. Ладно, давай сверхразумный мой. Здесь, насколько я помню... Я увернулся, ну дрянь! Ну кто тебе хитбокс нарисовал? Жирненький мой. Почему ты так нечестен ко мне? Я игрок, ты должен уважать меня. На тебе прямо эту дырку твою. Ну тут без вариантов, я не могу увернуться. Наверное, похороним этот ран, потому что, ну а толку? Хотя можно до конца гейминга делать. Она опять сейчас будет крутиться. До тех пор, пока не разобьется. Если бы я был ближе, я бы нанес гораздо больше урона. Будь у меня еще огненный меч, я бы тоже нанес гораздо больше урона. И знаете, если он меня не съест, то будет неплохо. Может быть. Он опять лечится, и что я должен сделать? Я застолочить его могу, окей. Но я не смогу вернуть... А, могу, лол. Давай туда катайся. Немного не понял, как это произошло и почему меня надамажило. Но ему виднее. Это подарок судьбы, можно нанести достаточно много урона. Я надеюсь на это. Он очень быстро отошел от этого. Нет, снова стагер, да? Вот тут он должен был попадать. Я сбиваю ему все как могу. Есть какая-нибудь штука, за какой можно сныкаться? Давай, давай, брата, давай, мать твою. Иди сюда. Ну почему меня надамажило, дядя? Почему, тетя? Ну мать вашу, ну так не должно быть. Давайте я постараюсь объяснить, что произошло в этой восхитительной, проработанной, замечательной игре, в которую я сам по своему желанию решил поиграть. Когда я бью, я левым стиком держал, чтобы я крутился вправо от босса. Но когда я бью, персонаж у меня такой, блин, братан, давай влево сходим, это же так весело, йоу. Ну, мы пошли влево. Просто нет слов, насколько это все дебильно сделано. Ну, я осуждаю это, ну, очень сильно осуждаю. Считаю это нечестным и несправедливым. Еще как-то ворона надо убивать, я не знаю пока что как. Он отбитый.
А меня огонь не берет, отлично, в принципе. Но его тоже. И это как-то не очень круто. Че, крутиться будешь? Я просто подожду. Мое почтение. Не, он пока не хочет других фигонь делать. Так что будем драться по-обычному. Ну вот сейчас он не должен был попадать. Ну какой ногой? Ну дядь, ну ты чё? Ну кто тебе хитбокс рисовал, родной? Да, я посмотрю ему в глаза и скажу, что он не прав. Походу сейчас какая-то херня будет. Не? Нормально, еще деремся? Сейчас он, по сути, мог попадать 100%. Не знаю, почему не попал. Блин, еще бы он так не станочил, как дичайший паскудный негодяй. Было бы неплохо. Давай, давай, родной, но он же не может двигаться. Какой подарок судьбы, ё-моё. Похилиться надо. Когда я использую предмет, я не могу наносить урон, это плохо. Надо текать, я не понимаю, что происходит. Какими-то базуками стреляет. Давай, куда пошел? Куда он пошел? Он нырять пошел? Ну и нахрена, я же не знаю, что делать. Нихера себе. Мне нужно новую нычку искать. Блин, что-то стрёмно. Я не был готов к таким отношениям. Вторую фазу боюсь. Он не хочет крутиться, вот. Я отойду, потому что эта фигня наносит урон. И теперь буду бить ему его лицо. Еще кину эту хрень. И в принципе можно докидать уже. Ну и все. Е-бой, победа, победа вместо обеда. Прикольный босс. Очень сложным казался. На самом деле. Но мы же с вами не пальцем деланы, мы же жесткие парни. 12 минут и босса нет. Ну и теперь как-то ворона убивать. Без хилок, без всего. Не знаю, как мы это будем делать. Без максимального количества хп, короче, жесть. Может быть, конечно, и получится, но здесь уже вопрос в другом. С какого, мать его, раза? Поехали. На стриме я его максимум доводил до второй фазы, когда он начинал всякую хрень кастовать и тем самым очень-очень мешать. Здесь надо, чтобы он стоял, чтобы не улетал. Я зафидел его. Когда я его бью, он делает, короче, яд. Это очень не круто. Сейчас, может быть, он далеко не уйдет. Вот по-хорошему он должен на месте стоять. Но нет, он не хочет. Осуждаю ли я его очень сильно? Ну просто мансит, ну что за флексер, мампин, а? И снова утекает. Ну, короче. Не, я, конечно, ему неплохо нанес урон, но этого недостаточно. Гляньте, какой урон просто. Просто убийственный урон. Тебе не надоело танцевать, дядь? А, это, видимо, нормально, как бы, что ты за камерой, за экраном у меня появляешься, что-то кастуешь. И чувствуешь себя охрененно, братик, да? Даже не знаю, что он кастует. А, эта херня взрывает, я... Здорово, не отдамся врагу. Действительно, игра и без того сложная. Давайте мы еще арену без, как бы, бортиков сделаем. Ну, чтобы наверняка. Чтобы наверняка пукан горел у ребят. Ну, что хотелось бы отметить, то, что все боссы достаточно разнообразные и интересные. А еще бы очень хотелось отметить то, что я не могу быстро двигаться. У меня нету дэша. Это самое, наверное, неприятное, что могло быть в этой игре. Ну типа, действительно, неужели так сложно было быстрое перемещение какое-то сделать? Блин, мужик, давай на огонь подходи. Тут так охренительно гореть, братан, подходи. Слизни — это очень плохо.
Чем кастует вообще? Я что-то не вижу. Надо лечиться, знаете ли. Я сейчас просто кину ему эту хрень, он улетит, смотрите. Проверяйте. Ну что за урод? Раньше он хотя бы немножко в огне стоял. Ладно, нужна новая тактика. Тактика господина Галактика. Он же он не в меня бил, ты чё, дядь? Дед, ты, конечно, не очень. Только бы не поймать яд. Мы вообще не хотим ловить яд, если вы понимаете, о чем его. Сейчас он нормально стоит в огне и горит у него. Пердак сгорел. Нормально тэпнулся. Эта фигня бесконечно самонаводящаяся. Как от нее дышится, я не знаю. Проще, наверное, дамаг получить. Когда он в воде, с ним драться вообще смысла нет. Надо его ждать и выманивать как-то. Блин, да не хочешь подойти и подраться как мужчина, а не как чмо? Да, шансов у меня все меньше и меньше с каждым разом. Ну, поехали дальше, попробуем. Прям не знаю, ну вот очень меня этот босс бесит. Пусть он и весьма хорош. Вот стой на этом месте, братан, и просто отжигайся. Не, ему нельзя стоять, но... Пердак активный. Ой, я их не заметил. О, ну все, я не знаю, я их не увидел вообще. Хотите, как говорится, верьте, хотите нет. Блин, а можно я буду первую атаку делать? Я жму у ворот, понимаете, только я начинаю атаку. Эта дрянь тоже начинает атаку, и в итоге мы тупо размениваемся. А здесь размены не в мою пользу. Где босс? А если я кину туда? Сразу заманцем. Ну что за уродец, а? Весь огонь профукал. Он мне очень не нравится. И почему иногда он стагерится, иногда не стагерится? Игра, почему ты не объясняешь мне? Ну вот я типа бью в надежде на то, что он получит стагер, босс. Давайте мы, наверное, его пока что забросим, ну, потому что он меня очень сильно напрягает. Я не вижу возможности на данный момент его победить. Мне на стриме сказали, что его надо валить последним. Я, в принципе, понимаю, почему. Потому что на всех остальных боссов у меня тогда больше хп. Но... Как его все равно завалить, я без понятия. Давайте пойдем посмотрим в дополнение. Трусливый модик. Не знаю, кто это. И не знаю, сколько там вообще будет боссов. Сейчас запилит какой-нибудь босс-раш. Хм. Выглядит необычненько. О, он все-таки умеет прыгать. Переплетенная клетка. О, я видел этого босса. А, так все мои негативные эффекты остаются. А почему у него так мало хп? У него, наверное, 15 фаз будет. Потому что сейчас он выглядит максимально бесполезным и беспомощным. И это, наверное, один из первых противников, которого можно выбрать лицо и ноги. Ну, в точке для атаки. Лол. Точно смешно. Блин, ну выглядит он жутковато. Не, я по-любому жду вторую, третью, четвертую, пятую стадии фазы. Ля, какой гордый. Не комбина... О, здорово, там, по-моему, яйца какие-то. Ой, маленькие петушочки. Что говоришь, секира плохая игра? Да ты мой хороший. Я не знаю, что с ними нужно делать, но я лучше избавлюсь от них.
Там вообще вон яйца есть. А нафиг они нужны? И что будет, когда они куда-то дойдут? Может, яйца сломать? Ему не нравится, что я ломаю его яйца. Ни хера себе бьет больно. Я быкует какой, я петухов. Меня в 5 утра каждый день будили. Ненавижу петушар позорных. Так, ну малого надо вырезать из игры. А, так он постоянно яйца делает. Ё-моё, что творится? Нафиг они нужны? У меня есть предположение, что они могут вырасти. Я, наверное, не хочу, чтобы они выросли. Или я могу успеть его быстро убить? Самая бесполезная атака, на мой взгляд. Блин. Попадает одной атакой, и жопа начинается. Я тупо 8 перекатов сделал и в никуда. Я сломал босса, надеюсь. Он пытается починиться. Что такое петушара позорно? Не нравится, да? Похилиться надо на всякий случай. О, это жопа, лебяжья. Хилься. И закидывай его. Безумно крутая атака, выглядит очень пафосно. Можно, пожалуйста, чтобы он мне... Да как он меня бьет-то, пес? Пес, петух, неважно. Ну как же он флексит в бок-то, а? Так, ну и что, начинается настоящий босс? Аватар трусости разблокирован, и что это значит? А какие мне негативные эффекты, кстати, дали? Новое оружие, целомудрие. Ого, дуалы теперь есть. И это все, весь босс? Серьезно? А где мои дуалы? Так, либо я дурак, либо лыжи не едут. Где мои дуалы? Я что, еще раз могу с ними сражаться? Мне же сказали, вот твои дуалы, братан. Я такой, спасибо, игра, ну а где они? Ну это меч. Лево-право это другое. Настройки. Ничего такого нет. А где, что за обман? Может, надо новую игру будет начинать? Я реально не вижу оружия. Вы меня извините, это самый никчемный босс. Давай, завали меня, и мы пойдем дальше. Ты можешь меня завалить, чтобы мы время не тратили? Давай. Давай, прям в темечко, на. И где мои дуалы, непонятно. Не, ну как-то бы мага колдуна валить, я пока что не понимаю. Так, отступить. И я причем даже ничего ему не пожертвовал на самом-то деле. Ну, насколько я понимаю. А, вот они. Ладно, виноват, я дурачок. И насколько они хороши. Погнали пробовать. Может получится, а может нет, кто же его знает. Давай уже расплатимся, сейчас может дуалы хотя бы дамажить будут как конь. Тем самым нам будет хотя бы чуточку попроще. Хоть это и не точно. Еще бы он быстрее двигался, блин, цены бы ему не было. Просто тупо отвечаю. Вот он сейчас очень хорошо кинулся. Если он не тпкнется, будет охренительно. А, он дополнительную фигню начал кастовать. Покастуй еще, братан.
Я знаю, ты это любишь. Ну и можно... Эх, вот это я, конечно, лоханулся. Ладно. Ему что, прикалывать, что ли, постоянно? Туда-сюда появляться. И уходить. Где он? В принципе, даже удачно. Еще бы я в геодате не застревал, было бы легендарно. Можно к нему сегодня подойти, нет? Я не знаю, меч больше дамажит или меньше, честно говоря. Я увернулся, осуждаю, очень сильно осуждаю. Почему он насилует меня этой анимацией? Мне прям искренне интересно. Просто надамажил. Здорово, братан, спасибо большое. Так, где это, падла? Ой, надо убегать же. Вроде бы вот сюда. Я до конца не помню, что тут надо делать. У них что, бесконечное хп, я не пойму. Ну типа, что за рофл? Да. Босс, конечно, мое почтение. Не, у них бесконечное хп, я понял, просто мансим. Блин, а можно нормального, а не этого дерьма босса, пожалуйста? Ну это же неадекватное существо. Просто на всю голову отбитый. Говнище вечно свое кастует. Ну а как мне бить-то делать? Ну этот кинжал, дуал пока зарядится, 8 лет пройдет. Лок цели даже не берет этого идиота. Какой же ты мудень, мать моя родная, а? Да чё у тебя за хитбокс? Вы меня извините, это самые дебильные хитбоксы за всю эту игру. Это не хитбоксы, это просто бред. Он не должен попадать, я нахожусь в перекате. Как минимум, я даже мимо перекатываюсь. Почему он попадает, мне настолько неизвестно. Насколько может быть неизвестно. Просто бред, просто бред. И дуалы не оружие, а кусок говна. Что-то я снова начинаю на говно исходить. Осуждаю себя за это. Вот и стой там, падла тупая. Нужно кинуть, он пока будет там стоять пару минуток. Нет, он не будет там стоять. Тут хотя бы меч бьет достаточно быстро, и на том спасибо. Чё это за писюны, блин, я только сейчас заметил. Ой, как неудачно, я кинул эту хрень. Эту фигню проще сразу поймать и все. Ну тут ладно, тут сам виноват. А я не понимаю, это прикол. Я увернулся, дебил! Ну я увернулся, ну игра, ну мать твою, ну че у тебя такие дерьмовые хитбоксы? Эцио за лупу сейчас призывать будет. И куда мансить? Очень интересный босс, просто бегаешь как идиот. Слов нет, как интересно. Ну чё, падла, слезай. Лицо твое натяну тебе сейчас на попу. Как ты любишь. Ну просто, говорит, иди в жопу, я нанесу тебе дамаг. Откуда у... Охренительно. А, так мы попадаем еще. Ну как же нет-то? Конечно же ты попадешь. Самый дерьмовый, самый нечестный босс. Просто кусок говна. И эта залупа еще вроде вылечилась как-то. А, ну охерительное отравление. Мое почтение, нахера в эту игру играть? Ну сейчас виноват я, ладно. Виноват я, что эту игру запустил. Давай уже хоть как-нибудь надамажим его, дядь.
Ну я во фреймах падения был, дядь. Что мне делать-то? Ну куда мне бить, дядя? А, то есть это новая фаза, да? Великолепно. Ладно, ну мы почти завалили, в принципе. Что это за говна? Я должен этих уродов убивать, успевать? Я немножко не понимаю. Очевидно, да. Но чё-то как-то, знаете ли... Веселый босс, мое почтение. Давайте мы его, возможно, когда-нибудь на потом оставим, потому что нет у меня желания с ним биться. Он как минимум нечестный. Он как минимум в плане хитбоксов нечестный. Он как минимум дерьмовый в плане своей вот этой вот всякой яды и прочего говна. В общем, как-то так. Если вы знаете, как его легко завалить, напишите, пожалуйста. А пока что всем большое спасибо за просмотр. Сейчас мы еще поговорим с ней. Ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно. Если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Hill Hearts.